Кассовые аппараты не нужны, все чеки в электронном виде, да и декларацию заполнять нет обязательств. Налог на профессиональный доход доступен так называемым самозанятым. Это граждане, которые не имеют наемных работников, производят и продают товары, оказывают услуги, зарабатывая на этом не больше 2,4 миллионов рублей в год. Подходит новый налоговый режим под большое количество видов деятельности. Оказание косметологических услуг населению, сдача в аренду, грузовые за перевозки, что-то производя дома, это выпечка, торты, фото, видеосъемки, оказание услуг свадеб, например, репетиторские услуги. Ну, практически все услуги, которые мы с вами потребляем, практически ежедневно. Налоговая ставка для самозанятых составляет 4 или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В этот процент включены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. Уплачивать взносы на пенсию самозанятый может добровольно. При наличии регистрации налога на профессиональный доход, даже если ты квартиру сдаешь в аренду, то ты имеешь статус и будешь иметь пенсию по старости. То есть в стаж это входит. Но если ты хочешь накопительную какую-то, то это нужно уже отдельно в негосударственные пенсионные фонды дополнительно перечислять какие-то средства, и тогда соответственно. Но гарантии здесь государством тоже учтены. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без посещения налоговой инспекции. Достаточно установить бесплатное приложение «Мой налог» на мобильный телефон или планшет. При первом запуске приложение запросит номер мобильного телефона и вышлет на него смс-сообщение с кодом. Дальше нужно ввести код и выбрать регион. Режим действует в 4 субъектах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан. С помощью приложения проходит процедура регистрации паспорта. Далее устанавливается пароль для входа и утверждается установка на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Также можно подать заявление через банк или зарегистрироваться, если есть доступ к кабинету налогоплательщика физического лица. Регистрация полностью исключает поход к нотариусу, оплата госпошлины или какие-либо временные затраты. То есть наличие только гаджета с интернет-выходом. Отчетом перед службой займется этот же сервис «Мой налог», так что ходить в офисы не придется. Через приложение ежемесячно приходит и извещение на уплату налога. Можно сниматься с учета. Например, ты попробовал, да, месяц, два, три, не пошло у тебя. Но в дальнейшем, через месяц, через два, ты также можешь зарегистрироваться и осуществлять деятельность. То есть вот запрета как такового нет. Подробнее узнать о новом налоговом режиме можно на сайте налог.ру. Кроме того, 25 октября с 11 до 13 часов в Орехово-Зуеве пройдет прямая линия. Жители округа могут позвонить по телефону +7 496 423 2208 и задать вопросы по налогу на профессиональный доход. Разъяснение даст лично начальник налоговой инспекции.